Владимир Путин еще поздравил сотрудников Росфинмониторинга с 15-летием создания службы. Ведомство борется с легализацией доходов, полученных преступным путем, противодействует финансированию терроризма и экстремизма. Президент отметил заслуги Федеральной службы в обеспечении национальной безопасности России. Сегодня Росфинмониторинг – неотъемлемая часть системы национальной безопасности страны. Отмечу, что благодаря вашей работе Россия в короткие сроки заняла лидирующие позиции в международной системе противодействия отмыванию преступных доходов. Вместе с тем, угрозы в этой сфере сохраняются. И потому ваша прямая обязанность искать современные, более эффективные формы борьбы с легализацией незаконных средств. Подчеркну, активная работа по этому направлению – важный вклад в противодействие терроризму и оргпреступности. Кроме того, необходимо повышать результативность мер по обеспечению прозрачности финансовых институтов. В числе ваших приоритетных задач и надежный контроль за расходованием средств гособоронзаказа, обеспечение сохранности бюджетных ресурсов. Рассчитываю здесь на вашу тесную, эффективную координацию со всеми правоохранительными и контрольными органами, с Банком России и Счетной палатой.